Интересно. Может, ручник стоит снять, чтобы поехалось более комфортно? Как считаете? Вот если ручник снять, более комфортно поедет эта машина или нет? Да. Бывает же такое. И что, и на ручнике дальше поедет, интересно, а? Как считаете? Так. Оп, все. Не едет. Ёб твою мать. И смешно, и грустно, а. Я и поехал уже, ёб твою мать. Блядь, опять. Блядь, пойду, ладно, скажу, что ж теперь. Вообще, конечно, зима вступила в свои права. Рейнджик, несмотря на мороз, заводится. Все в порядке, все хорошо. Красота. Ситуация точно, да, требует дальнейших комментариев. Завалили личку просто, я вам всем замучаюсь отвечать. Короче, подхожу, да, подошел, я говорю, барышня, здравствуйте, что, я говорю, не едется? Нет, я говорю, ну, тут это, ручник-то отключите, тогда поедется нормально. О. Вот, она на меня смотрит, такая, чик, ой, говорит, ну да, ну забыл, я говорю, ну бывает, вот. Поэтому, а то, что примерзает, я знаю, у меня на классике 10 раз такое было, помыл тачку, оставил ручник, и даже было, что не оставлял ручник, просто замерзают нахрен колодки к барабанам. И то же самое на всей остальной вот этой вот суете. Так что не оставляйте в мороз машину на ручнике. И не трогайте лицо грязными руками, тоже помогает. А и вообще как в сказке, а вы просто посмотрите, чё за красота такая, ё-моё, а? Просто класс, все быстрее гулять.